Всем привет, с вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мое видео носит только информационный характер. Это видео по проекту Шара Тудей, совершенно без вложений. У них там были какие-то проблемы, но теперь все у них наладилось. И как зайти, друзья, в кабинет. Ну, для начала, кто не здесь, регистрация здесь, друзья, очень простая. Но для зарегистрированных пользователей я хочу показать вход. Я еще не входила. Буду делать все в режиме реального времени. Значит, мы нажимаем вход. И что мы? Вот у нас логин, пароль. Нажимаем вкладочку «Забыли пароль». Значит, восстановление пароля. Важно, если вы уже были зарегистрированы на нашем сайте до обновления дизайна, то вам необходимо ввести вашу почту, на которую будет отправлен новый пароль. Ввожу почту. Так, и логин. Так, сейчас поставлю английский. Английский. И символы с картинки. Так, 4, 3, 7. Что это, 9 или 8? Не понять. 9. Может обновить. Здесь понятней. 6, 8, 5, 9, 1, 1. И нажимаю «Восстановить». Сейчас на почту мне должно придет письмо. Данные для входа отправлены на e-mail. Мне придет на почту, должен прийти пароль со входом. Так, я поставлю на паузу и скопирую пароль. И обязательно проверьте папку «Спам». Так, здесь ничего нет у меня. Спам. Вот, Шара Тудей. Так, я ставлю на паузу и введу пароль. Я скопировала пароль. Нажимаю назад на главную. Опять нажимаю вход. Это я удаляю. И вставляю новый пароль. И ввожу сим-капчу. Так, 5, 3, 6, 5, 3, 6, 4, 3, 3. Вроде так. Войти. Так, сохраняю. И, пожалуйста, у нас обновленный как бы интерфейс. Значит, здесь теперь смотрите, главное, без вложений, реклама, мониторинг, статьи. Так, что-то я не вошла, вход, регистрация. А. Так, вход. Вот я капчу 1, 1, 4, 0, 0, 8. Что-то мне... А, имейл, господи, боже мой. Логин, имейл. 408. Войти. А вот я теперь уже точно вошла. Все, теперь сохраняю. Новости о 25 старт проекта. Всем привет. Можете тестировать наш новый сайт. Не исключаем, что могут пока еще быть недоработки. Новый личный кабинет максимально приятен и удобен. Ну, это здесь уже сами все это прочтете. Значит, какого... Что у меня удаляется. Ну ладно. Вот мой пароль. Так, пополнено, выплачено реферальные. Значит, что здесь у нас? Профиль. Здесь вкладочка «Рефералы». Находится наша партнерская ссылочка. Так, баннеры. Так, лидер рефералов, конкурсы, вкладочка «Пополнить», «Вывести».
Layer Kiwi выбрать. Так, для вывода у меня рубль 49. Так. Так, банк скоро. Конкурсы тоже скоро. Кран. Бонусник есть. Так, узнать. Так, кран, бонусник. Что у нас тут надо делать? Так. Для вас для вас бонус составит от 2 копеек до 3 копеек. Вот. И здесь, смотрите, скорость момента идет. О, как увеличить. Так, ради вашего аккаунта. Мощность 9481. Господи, ужас какой. Это не то. Так, ну что здесь? Вот бонусы, кто все получает. Последние 20 бонусов. Узнать подробнее о бонусах. Так, пополнять счет, получается больше бонусов. Закрыть. Так. Далее что у нас? Серфинг скоро, задания, письма, опросы, новости, настройки. Здесь прописать надо будет PR кошелек сохранить, Perfect Money и Kiwi. Это все сохранить. Так. Сейчас посмотрю, что там по бонусам. Значит, чтобы получить бонус, нажмите на любой баннер внизу. Ну, можно нажать на любой баннер. Нажали. Возвращаемся. И вводим капчу опять. 8, 6, 2, 3, 1, 6. И нажимаем получить бонус. Так, и пожалуйста, мне дали бонус в размере 0,27 копеек. Замечательно. На ваш счет для вывода вот все закрыть. Оповещение. Ну, без вложений на бонусах можно зарабатывать. Так. И это раз в час мы заходим. Вот идет отсчет времени. Один раз в час заходим, получаем бонус. Ну и вот здесь как бы в профиль кран идет. Так, бонус. Кран-бонусник. А что-то... Ну и все. В принципе, на этом. Заходим раз в час, получаем бонус. И потом как бы... Будем выводить. Всем удачи, больших заработков. Кому интересно, пользуйтесь. Вспоминаем, заходим. Я вам показала, как заходить. Проект работает. Все супер. До новых встреч.